Команда из 225-й школы стала победителем и призером сразу в нескольких конкурсах 14-го городского фестиваля детских и молодежных СМИ. Свое выступление на конкурсе юные журналисты считают успешным. Было очень интересно. Я вообще работала в этой сфере первый раз. И я даже не ожидала, что получу грамоту за третье место, хотя я очень трудилась для этого, но не ожидал. Мне было больше всего интересно узнать себя в роли фотографа. Я участвовала в номинации 5 разных ракурсов, и я там заняла второе место. Всегда мы привыкли занимать почетные места, и для нас было очень приятно поучаствовать в этом конкурсе. Получили огромный опыт и множество новых знаний. Итоги 14-го городского фестиваля детских и молодежных средств массовой информации подводились по двум номинациям. В первой жюри оценивало работы юных акул-пера в смотре конкурсе «Вехи развития из прошлого в будущее». Здесь победителей и призеров выбирали по трем направлениям – путеводитель, экскурсия и тематическая экспозиция. Педагогами и юными журналистами были подготовлены различные выставки, посвященные столетию ВЛКСМ и вековому юбилею государственной системы дополнительного образования. Первые места заняли коллективы из школ номер 222 и 225. Огромное количество участников, прекрасные результаты, талантливые дети, не менее талантливые педагоги. Ну, в общем, то, что мы этим всем гордимся, это факт. Я сейчас, по-моему, поймался на мысли, как же сложно вам, ребята, нам, педагогам, соответственно. Становится с вами все труднее и труднее, я должна вам сказать. Вы такие умные, такие разносторонние, что угнаться за вами, ну просто невозможно. Вторая номинация фестиваля – форум детских и молодежных средств массовой информации в центре внимания. В этой категории также состоялось несколько конкурсов. Здесь оценивались работы печатных и аудиовизуальных СМИ по направлениям видео и аудиосюжет, мультимедийная презентация и фото-баттл. Победителями в этой номинации стали журналистские коллективы из лицея номер 230, гимназии 216 «Дидакт», школы номер 225, Центра образования и профессиональной ориентации. В личном первенстве отмечены Константин Мещеряков, Вадим Варнавкин, Алена Бражникова, Алина Муратова и Анастасия Нищеглотова. Победители и призеры 14-го городского фестиваля детских и молодежных СМИ получили дипломы и памятные подарки. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».